Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Спайк, и сегодня мы с вами будем совершать побег из тюрьмы, из вот этой вот тюрьмы, рядом с которой я нахожусь, в которую меня привезли вот эти вот господа охранники. И что же, пожелайте мне удачи сбежать из нее, потому что сидеть мне в ней, наверное, долго, но я все-таки попробую этого избежать из нее, потому что я не виновен, за что меня посадили. Я даже сам не знаю, если честно, за что меня посадили, но да ладно. Давайте поговорим с охранником. Привет, выходи, поехали. Приехали, точнее. За что? Я же ничего не сделал. Ты обвинен в двух убийствах, против тебя множество улик, так что молчи. Да это подстава. Молчать, иди в тюрьму без лишних слов. Окей, поехали. Видимо, я должен просто идти в тюрьму, как бы ничего не это, меня никто сопровождать не будет, но да ладно, я самый честный осужденный в мире, да. Здравствуйте, господа копы, видимо, это моя тюрьма. Ну и что же, друзья, надеюсь, что вам понравится эта рубрика, так что ставьте лайкосик, и я забегаю в эту тюрьму. Если набираем 5000 лайков, то я снимаю еще видосик про побег из тюрьмы в Майнкрафте. Ну и что же, чисто ставь свой лайкос, драгоценный. Спасибо тебе огромное, и поехали. Ой, между дверями застрял. Выдача одежды. Ты новенький? Назови свое имя. Спайк. Так, хорошо, сначала подпишись за столом на бумажке, в сундуке, потом вы все получите. Окей, берем бумажки и давайте их подпишем. Хорошо. Держи свои бумаги, старик. Хорошо, вот вещи, камера номер 14. Отличненько. Одеваем вещи и поехали в камеру. Привет, чуваки, всем здорово. Йоу-йоу-йоу, залетаем в камеры. Камера номер 14. Так, тут 5 камер. И чё? Мне нужно, получается, на второй, да, этаж. Или на какой, на третий? Так, второй и... Так, тут закрыто, видимо, нужно на второй. Ладно, камера 1.5, 1.4. Во, дратути, это, видимо, моя. Это ж моя, да? Да, тут у нас топорик. Я не знаю, откуда в моей камере топорик, но да ладно. И какая-то книжечка. Привет, ты не знаешь меня, зато я знаю, кто ты и как отсюда выбраться. Нет, не из тюрьмы, а из камеры. За книжной полкой целая система выходов. Разбей полку топором. Окей, как скажешь, я не знаю, кто ты, но хорошо, я так и сделаю. Разбиваем топором. И получается что? Что? Получается ничего. Давайте сломаем, и тут у нас какая-то... Ух ты, ё-моё, у нас огромная тюрьма оказывается, ну ладно. Так, это что такое? В сундуке кнопка, с ней ты выберешься из камеры. Окей, видимо, это для того, чтобы я мог выходить из своей камеры. Ну, наверное, да. Окей, хорошо. Так, воу, похоже, что система заброшена, надо найти незнакомца. Так, ну сюда мы можем пройти, но там вроде ничего нет. Давайте сгоняем сюда, что ли, посмотрим, что у нас здесь. Наверное, должна быть какая-то дверь или... А, окей, я понял. Нужно, видимо, сломать вот эти доски. Ой-ой, как сейчас он офигеет, когда я залезу к нему в камеру. Это будет странно. Эй, привет, чувак. Ты как? А что, кто ты? Как ты сюда попал? Спокойно, я Спайк, а кто ты? Я Джош, меня посадили за то, чего я не делал. У меня та же история. Эх, все вы так говорите. Сочувствую. Слушай, если ты ко мне попал, то хочу спросить, ты знаешь, как отсюда выбраться? К сожалению, нет. Смотри, смотрит в проход. Я вижу выход наверх, но нет лестниц. Где мы их возьмем? Есть идея, на заднем дворе снаружи есть дилер. Выполняешь его работу, он дает тебе все, что нужно. Навести его, хорошо? Окей, я понял. Так, а что за, собственно, лестница-то? Лестница... А, вон та, да, я там видел лестницу, давайте посмотрим, что там. Ну, видимо, там просто какой-то проход наверх, просто не хватает лесенок. Окей, все понятно, идем тогда к дилеру. Я надеюсь, что охранники мне ничего не сделают, что я просто так тут хожу. Это было бы странно, наверное, если бы они меня еще ловили здесь, но им вроде как пофиг. Потому что я, типа, элитка хожу тут, короче, единственный из всех заключенных. Ну, я, в принципе, на прогулочку пошел. Ну-ка, эти ребята разговаривают? Видимо, нет, окей. Привет, дружище дилер, что ты мне скажешь? Привет, тебя в моей лавке... Приветствую тебя в моей лавке сделок. Что-то нужно? Да, нужны лестницы. Не знаю, зачем они тебе, но я согласен. У меня есть поручение к тебе, окей? В камере 3 есть зэк, очень агрессивный. Избавься от него, ничего сложного, хорошо, вот тебе нож. Окей, так, нужно расправиться с каким-то чуваком в камере 3. Я надеюсь, что это будет не очень сложно, и мне за это ничего сейчас не будет от этих ребят. Меня не посадят в карцер, или же в на склад, или же в столовую. Хотя в столовую, если бы меня посадили, было бы неплохо. Так, камера 3, это вот этот чувак. Ну-ка, а он сам, смотрите-ка, он сам меня начал бить. Вот офигел. Так, до его сундучка я дотянуться не могу. Ну, ладно, все, побежали назад. Что мне сейчас дадут? По идее, мне дадут лестницы, наверное. Да, отлично, я смогу сейчас сбежать.
Фуф, надо, наверное, к нашему другу вернуться. Типа, не побегу же я один, наверное, нужно вместе бежать. Так что давайте до него добежим и чисто по-дружески попробуем свалить. Я надеюсь, что он действительно, как он и говорит, невиновный. Потому что я не хочу помогать тому, кто как бы что-то плохое сделал. Потому что, ну, я-то ничего плохого вроде не делал, да. Хотя мне сказали, но это все неправда, все, что на меня наговорили. Ну как, лестница у меня, все готово, отлично, залезай наверх, там встретимся. Окей, погнали. Фух, я, честно говоря, не знаю даже, что сейчас будет. Убежим ли мы? Ну, не знаю, как-то сомнительно, слишком уж мало получится. Я думаю, что нас сейчас поймают почему-то, я не знаю. Хотя, может, и нет, ладно, будем надеяться, что нет. Так, тут дверь открыта, видимо. Нам нужно... Это какая-то... Ох ты, вентиляция. Осталось найти только выход. Хорошо, давай искать выход. Право, лево, лево, право. Тут тупик, значит, сюда. Так, пойдем сюда. Сюда. Будем идти, короче, чисто по одной стене. Вот так, опа, опа. По правой части. Это закон лабиринтов. Если идти по одной части, то куда туда придешь. Ну, по идее, это так работает. Хотя я, честно говоря, не уверен. Так, ну еще есть один закон лабиринтов. Это просто идти, куда глаза глядят, и куда-нибудь да придешь. Вот как, например... Как, например, я куда-то вроде пришел или не пришел. Я, честно говоря, сам не понимаю. И да, я куда-то пришел. Это у нас канализация и... Все, что ли? Мы, типа, выбрались? Серьезно? Ну, слушайте, неплохо, неплохо. Видимо, это все, ребят. Мы, походу, выбрались. У-ху, американские горки. Ах, ну... И... Да, конечно же, мы не выбрались, вот ты и попался, блин. Ну, я, честно говоря, знал... А ну-ка, блин, отстаньте от меня. Хотя я, наверное, их убивать не буду, потому что, мало ли, я тут застряну еще внизу. Да, и не получилось у меня выбраться все-таки, ребят. Но, ладно, попал я в карцер, просидел тут полгода. И меня, видимо, выпускают все-таки. Ну, карцер, как говорится, карцер, но на свободу-то охота, так что выходим и... Меня в камеру номер 16. А, ладно, хорошо, пойдемте. Надеюсь, что там тоже будут какие-то варианты выйти. Камера 16, это логично, у нас на третьем этаже. Чё, кого? Здорово, чуваки. Камера 18. Фиг знает, что это. Опа, опа, чё, нифига себе, вау. Чё у тебя тут есть? Бутылка. Возьму бутылку, ей вроде драться можно. 6 атаки, неплохо. Так, и вот она моя камера. Привет, дружище. Привет, я тебя ждал. О, Джош, какими судьбами? Тебя перевели ко мне в мою камеру. Хотя ты должен был еще на год остаться в карцере. Тебе помогли. Кто? Какой-то странный человек в капюшоне. Он передал копу письмо, и тебя выпустили пораньше. А как теперь сбегать? У меня есть план Б, он более продуман. Тем более нам обоим по 5 лет сроку добавили. Ну что за план? Во-первых, нам нужна зажигалка, спроси у дилера. Так, давайте я сделаю тут проход, чтобы не бегать 300 раз, чтобы просто, короче, так, опа, спрыгивать. Я думаю, что всем, в принципе, тут пофиг в этой тюрьме, что я тут паркурю по их домикам. Так, и побежим к дилеру, нам нужно что, зажигалка, он там говорил. А, приветствую тебя в моей лавке сделок, что нужно зажигалка. Ладно, вот задание, в 17-й камере лежит труп. Следствие говорит, что это сделал я. Так вот, найди доказательство, что это суицид, хорошо. А что нужно... Сломанная бутылка. А, так у меня же она есть. Все, отлично. А, так, блин, я специально... Я ее случайно взял для себя. Оказалось, что нужна для задания. Вау. Ну, ладно, хорошо. Так, давайте вернемся и спросим, что нужно еще. Зачем он зажигал? Он хочет тюрьму поджечь и, типа, сбежать? Или что? Странно. Окей, давайте посмотрим. Так, а может в квесте написано, что нужно? А, нет, не написано. Ладно, хорошо. Я надеюсь, что... Ну, тут два варианта. Либо он хочет сделать поджог, ну, то есть, либо бомбу. Не знаю, по-моему, два варианта. Отлично, теперь нужен порох. Он на складе, думаю, ты найдешь способ туда попасть. Да, он хочет сделать бомбу, ребят. Видимо, это так. Вот, ну, склад, давайте вот так запрыгнем. Я надеюсь, что это так делается, но... Ну, в принципе, ладно. Странно еще, что тут никого нет, но... Опа, штаны, отлично. Опа, еще, вау. Я же сейчас светить в золотой броне буду, шикарно. Так, пороха нам сколько нужно? А, да, 5 хватит. Хорошо, давайте-ка, может, еще поищем что-нибудь. Ботиночки, может быть, какое-то оружие будет? А, нет, видимо, нет. Ладно, давайте спускаться и... Опа, тут какой-то чувак. Но, ладно, я с ним не хочу особо драться. Я хочу отсюда просто выбраться. Да и он тоже вроде драться особо не хочет. Ладно. Все, перенесем ему порох. И получается, что я надеюсь, что нам не нужно будет песок. Потому что, по идее, динамит делается из пороха, песка... И все, да? Но я думаю, что его будет не нужно, потому что песка, где мы возьмем песок? А нет, смотрите, ему нужен песок! Блин, отстой! Ладно, пойдемте спросим
где песок, он сказал, нужно спросить у этого, вот этого парня, что он нам типа его даст. Патрульный, да, мне нужен песок, можно? Извините, он кончился последний, 4 взял заключенный из третьей камеры. Так мы же его убили вроде, не? А да, смотрите, у него аж камера открылась. Так, 4 песка и все, наконец-то. Я надеюсь, что сейчас мы сделаем бомбу и сможем как-то свалить. Правда, я не знаю, блин, это будет странно, если мы по-тихому не смогли, то уж с бомбой-то, ну вы чё? Я думаю, что нас все услышат и нам не дадут убежать почему-то. Так, отлично. Что нам нужно сделать? Нам нужно потом к этому идти, к дилеру вроде, да? Окей, пойдемте. Пойдемте к дилеру. И нам нужно идти на задний двор, походу. Типа, будем бежать через задний двор. Привет, мистер дилер. Приветствую тебя в моей лавке. Что-нибудь нужно? Говорим ему пароль, и он нас пропускает. Шикарно, шикарно, шикарно. Фуф, ну и все получается, да, ребят? Все, сейчас будем взрывать стену. По-моему, это супер палевно, я не знаю. По-моему, это мега палевно. Они должны были догадаться, что мы так сделаем. Ну-ка. И куда мы побежим, собственно? Мне кажется, тут ничего и нет. А вон дом какой-то. Побежали в дом, я не знаю. Блин, за нами по-любому там уже сирены гудят, патруль всякий выехал. Как в сериалах, блин. Но чего-то пока что нет, ладно. Видимо, нас не могут пока что нагнать. Мы пришли к какому-то дому. Неплохо, неплохо. Отлично, за нами еще идет погоня, так что не расслабляйся, иди в подвал к лодке. Так, возьмем себе пожрать что-нибудь, окей. И бежим быстренько в подвал к лодке. Блин, я не знаю, честно, сможем ли мы убежать. Сомнительно, сомнительно, потому что, ну, такой способ, он как-то, блин, пожестче, чем наш первый. Ну ладно, поехали, все. Просто не думаем, мы бежим из тюрьмы, мы бежим из тюрьмы. Все, идеально. На вагонеточке, и вот она, наша лодка. Видимо, смотрите, а, это наш друг приехал, окей. Так, все, Джош на месте, я на месте, так сказать, отплываем. Правда, куда мы? А, вон у нас там море. Да, идеально. Ну что ж, Джош, да, мы ушли, класс, все, иди в каюту на отдых, завтра отчаливаем. Окей, поехали. А, что ж, вот пока что и конец ремейка, спасибо за игру, создатель StuffCard переделал Олег летсплей или Огли летсплей. Ну что ж, ребят, вот и все, надеюсь, что вам понравилась эта карта. У нее есть вторая часть, так что если вы хотите поскорее ее увидеть, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте это видео и не забывайте, что вы самые лучшие. Всем до скорых встреч, всем пока!